Привет, друзья, меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Стою в этом прекрасном парке, наслаждаюсь своей работой и тем, что прошел дождь, разогнал всех посетителей. Сегодня у нас каникулы, вот, каникулы Бонифация, если кто-то знает такой мультфильм, знаете, Бонифация на каникулах там вкалывал еще хуже, чем на работе. Так, друзья, готов продолжить отвечать на ваши вопросы? Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, будет ли возможно одним насосом подать воду на водопад и распределить на биоплату? Да, можно. Надо единственное, что соответственно подбирать мощность насоса. Мощность насоса подбирается в зависимости от объема вашего пруда, от объема вашего биоплата. То есть насос должен через биоплату перекачивать воду не менее, ну, это для больших, конечно, прудов, для малых этот показатель должен быть выше, не менее 2 раз в сутки, вот. А для больших прудов, то 3-5, желательно, ну, чем больше, тем лучше. Советую вам для этой цели использовать один тип насосов, это с постоянным статором, то есть обмотка у него обмотка, да, и магнитным ротором. То есть магнитный ротор не имеет контактов щеток и не имеет контактов выхода на электрические цепи. То есть он полностью запаян, корпус насоса, есть обмотка, она вся запаяна в эпоксидку или в пластмассу. Цилиндр, по которому движется статор, то есть та часть, которая вращается, и вот она должна быть магнитная, магнитный такой ротор. Специально это делается для того, что, первое, обезопасить вас от того, чтобы, не дай бог, не было пробоя в воду, если вы не поставите дифреле. И второе, это единственное, что может это поломаться в этом насосе, это может сломаться лопасть, стереться вот эти подшипники керамические, просто стереться от времени. То есть ломаться в этом насосе нечем. И этот насос, у него большие зазоры между лопастями, он хорошо перегоняет грязную воду. Этот насос можно использовать не погружные насосы, да, то есть их можно внешние. Вот я не использую насосы даже для маленьких прудов менее чем 25 кубических метров в час по характеристикам, потому что чаще эти характеристики завышаются, вот, значит, поэтому в реальности будет меньше подача воды, а тем более если у вас будет нагрузка, то еще подача воды потеряется, поэтому таким вот образом. Ну а по экономичности они используются от 200 до 500 ватт, то есть такие 25-кубовые, даже до 500, даже до 700 ватт. Ну, в принципе, больше 500 ватт я не использую. Есть экономичные насосы с плавной регулировкой хода ротора, это ни к чему, все равно на максимум ставьте, но это говорит о том, что это более технологичный насос. Более экономичные, там, ну, где-то 300-400 ватт берут в час. Вот такие насосы можете для такого пруда пользоваться. Напорные фильтры, скажем так, вопрос, конечно, интересный. Ну, на самом деле, марка напорного фильтра может быть любая, главное, чтобы была надежная пластмасса, чтобы не ломались вот эти вот переходники, вот, защелки, чтобы они не ломались, чтобы просто хорошая, надежная была пластмасса. И желательно этот напорный фильтр прятать от ультрафиолета, потому что на солнце, на жаре пластмасса пересыхает, потом лопается. Все зависит просто от производителя и от цены. Понятно, что чем цена выше, да, то есть тем лучше этот насос. Но большой роли напорные фильтры не играют. То есть надо создавать таким образом водоем, чтобы этот напорный фильтр чистить раз в год. Один раз в год. При обслуживании водоема, это в основном это весеннее обслуживание. Можно осенью обслужить, чтобы он грязный не стоял всю зиму. А дренаж под чашей я сделал, хотя грунтовые воды низко у нас. Также сделал вокруг пруда поверхностный, правильно. Собрал все в один колодец. Затраты на это мероприятие не сравнимы с тем, что вы описали, с другими возможными проблемами. Правильно. Рекомендую всем строящим пруд не экономить на этом. Отличный совет. Спасибо вам за такой хороший совет. Так. Вы не зря рассказываете каждую мысль, каждую идею очень ценные. Спасибо. А доносите вы их замечательно. Спасибо вам, успехов вам во всем. Так, это был не вопрос, это была похвала. Спасибо вам огромное за добрые слова. Константин, здравствуйте. Спасибо большое вам за ваше видео. Хочу сделать пруд, но не знаю, как правильно сделать раскладку труб и каких труб, начиная с насоса и скимера до биоплата. Заранее огромное спасибо. Очень хочется получить от вас ответ. Да, это вы мне, конечно, ставите в сложную ситуацию. Как бы в двух словах рассказать. Ну давайте, хорошо, я попробую, кратко, сестра таланта, давайте я попробую очень доступно, доходчиво рассказать, какие трубы применяются.
Значит, итак, вот я только что говорил, что насос должен быть. Любой, вот один насос ставите, должен быть насос по характеристикам, прудовой насос, начиная от 25 тысяч литров в час. Это первое. И трубы, либо это должно быть либо flex от бассейна, бассейная труба, либо поливочная труба. Вот. Но только единственное, что надо будет поливочная труба, если она должна быть в воде стоять поглубже, чтобы ее не разорвало, от, льдом не разорвало, не по внешнему контуру. Диаметр 50. Правда, единственное, что в разных странах бывает такое, вот я сталкивался тоже, что вот популярный диаметр 40. Ну вот 40 это минимально, минимальный диаметр 40. Меньше диаметра не надо, потому что иначе будет большая потеря давления. Подающие трубы диаметр 40. Заборные трубы диаметр 100 и выше. То есть может быть 100 дренажные трубы, может быть и выше. Если у вас нет дренажной трубы, то можно взять просто обычную трубу и насверлить в ней дырок. Только дырок должно быть много. Сегодня мы сняли видео, поотвечали на вопросы. Рад был очень с вами пообщаться. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Пока. С вами был Костя Юдин, ландшафтный архитектор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я очень рад, если буду вам полезен. Пока.